Всем привет! Продолжаем нашу понедельничную рубрику с интересными фактами. Сегодня 7 фактов о Nikon. Кстати, как правильно произносить Nikon или Nikon – предмет частых споров. Американцы произносят Nikon, а вот японцы говорят Nikon, так как компания японская, на мой взгляд, им лучше знать. Ссылка на произношение американцами и японцами в описании. Ну, если не забуду, как обычно. Итак, факт номер 7. Компания Nikon была основана аж в 1917 году. Большевики начали строить коммунизм, а Nikon делать фототехнику. Кто преуспел больше, судите сами. Скоро у Nikon столетие, интересно, порадуют ли они нас какой-нибудь суперкрутой камерой. Надеюсь, большевики нам на свой юбилей уже ничего не готовят. Изначально компания называлась Nippon Kagaku, а переименовалась во всем известный сегодня Nikon в 1946 году. Факт номер 6. Nikon Coolpix P900 – камера с самым крутым оптическим зумом. Если вы хотите понаблюдать за луной или поподглядывать за кем-то в окна, эта камера – ваш выбор. Зум реально очень впечатляет. Факт номер 5. Камеры серии M с маркировкой «Сделано в оккупированной Японии» являются предметом коллекционирования. Так что, если где-то на барахолке вы оторвали такую камеру, продать вы ее сможете за несколько тысяч долларов. Факт номер 4. У Nikon есть собственный музей. В прошлый раз мы упоминали виртуальный музей Canon, а у Nikon самый что ни на есть настоящий. Открылся он в 2015 году в Токио. Факт номер 3. Nikon D5 – первая камера, расширившая диапазон светочувствительности до сумасшедших 3 200 000 единиц. Правда, зачем это среднестатистическому фотографу, не очень понятно, но звучит реально круто. Факт номер 2. Компания Nikon знает толк в автофокусе. Да настолько, что фотоаппаратами уже не ограничиваются. Их система с нескромным названием «Безупречная система фокусировки» — Perfect Focus System — используется в микроскопах и очень помогает ученым наблюдать за всякими там бактериями, что в свою очередь сильно облегчает им процесс создания лекарств, вакцин и тому подобного. И факт номер 1. Nikon одна из всего двух компаний, которая после появления автофокуса не сменила байонет. В 60-х годах прошлого века, когда был представлен автофокус, все производители переделали свои байонеты, дабы впихнуть поддержку этой важной опции. Исключением стали только Nikon и Pentax. Поэтому знаменитый байонет F позволяет вам налепить на камеру сумасшедшее количество объективов, вроде как больше 400 моделей. Что, конечно, очень круто. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этим видосом в соцсетях и до скорых встреч. Пока! Кстати, завтра у нас стрим с очень интересным фотографом и преподавателем Александром Крофтом. Обязательно заходите на наш второй канал и смотрите.